Всем привет! Около 35 тысяч москвичей посетили читальни в парках столицы. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн», и сейчас расскажу подробнее. Около 35 тысяч москвичей посетили читальни в столичных парках за 3 месяца лета. Об этом сообщила заммэра города Наталья Сергунина. За все время существования проекта в этом году был поставлен рекорд. В 2018 году в летних библиотеках побывали свыше 27 тысяч человек, а в 2017 году более 21 тысячи. Любой желающий мог взять понравившуюся книгу, записаться в библиотеку, принять участие в буккроссинге, посетить мастер-классы, принять участие в литературных квестах и встретиться с известными писателями. Самыми популярными у жителей Москвы стали читальни в Измайловском парке, музей на Парковом «Северная Тушина», саду имени Баумана и в музее-заповеднике Царицына. На этом пока все. А еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!